красный угол ринга. Я вызываю чемпиона Кубка мира, призера чемпионата мира и Европы 2012 года, чемпиона мира среди профессионалов по версии УПК. Наш земляк, белорус, Егор Зипров. Соперник у нашего земляка непростой. Один из сильнейших бойцов в этой весовой категории. Гроза бескрайней России. Финалист первенства мира, призер чемпионата мира, победитель Кубка России. Финалист и призер чемпионатов России 5 лет подряд. Владимир Шуляк! Дамы и господа, мы готовы увидеть первый раунд. Беларусь-Россия. Кто же пройдет дальше? Увидим совсем скоро. Ой, молодец, красавец! Чувак,
Не надо, все вперед. Провали. Отнимай. Шаг назад. Потом посмотри. Провали. Приехать поддержать, это для меня большую роль играет. Поддержка брата и как бы публика очень белорусская, очень добрая, как бы встретил хорошо и все как бы сложилось в мою пользу. Соперник достойный, очень серьезный соперник. Готовились через часы. Подготовились в спортивном клубе «Чинуке» у Андрея Сергеевича Гридин. Тренировал. Излюбленный как бы удар тот, который проходит, да? Вот. И тут как бы попался. Сам как бы эмоции свои не контролировал. Попался, чисто на правый кросс. Как бы, вы знаете, еще левый сбок у меня есть, который не применил. Но еще впереди, да, еще попробуем, еще все впереди.